Лоу, ты находишься на канале Нарахплей, и мы продолжаем проходить Alice Magapin Edition. Такой вот наш, как это сказать, трачок. Забыл. Так, а мы закончили на том, что мы репорт открыли. Или сюда проход открыли. По-моему, сюда проход открыли, не? Или мы отсюда пришли? Ничего не понял, ладно, давай пойдем в телепорт. Так, циферблата, ага, окей. Допустим. Я так понимаю, это вторая часть, да? Жезла осталось найти только глаз. Хотя у Бармаглота их два. По доброй воле он ни с одним не расстанется. Как и любой в здравом уме. Кстати, где безумный шляп? Видимо, скоро придет. Здорово. Нифига, он мощный. Ну такое на самом деле себе. Подожди, у меня же есть классное это оружие, которое мощное. Во-первых, давай попробуем кинем ему эти. Это как раз. А второе. Не, это фигня все. Ну ладно, лови. Чё? А, ясно. Как всегда. Тут не без веселья. Что? А чё, что это за гиперпрыжок-то? Надо было сохраниться хотя бы. Так, где-то мое любимое оружие. Вот оно. Ну-ка. Для жезла осталось найти только глаз. Хотя у Бармаглота их два. По доброй воле он ни с одним не расстанется. Как и любой в здравом уме. Кстати, где безумный шляп? Да, я вижу, главное, где даже это все. Где он? Ауч. А, вон сердечко. Все, видел. Ладно, пойдем возле сердечка стоять. Мне кажется, это самое эффективное против него оружие. Ладно, мне ему столько урона наносит. По крайней мере, пытаются. Так, все, он исчез. И поменяли сеть. А, вот как туда попасть. Теперь заработала эта штука. Здравствуйте. Так, поднимись, пожалуйста. Это что-то новенькое? Оружие новое? Это единственные в своем роде часы. Они временно убивают время. Но потом время оживает и движется дальше. Те, кто стоял вместе с ним. Не понял, как эта шляпника добила. Или там прикидывается, типа. Так, ну-ка, давай засавимся на всякий случай. Поднимите обратно. А чё за прикол? А, останавливает время. А зачем это нужно? Что это дает? Непонятно. Так, здесь можно упасть.
Что с ним? Это типа был просто механизм? А, вон там телепорт. Ай-яй, не надо падать, пожалуйста. Единственное, что мне нужно было, это просто их часы взять. Поднимись. Угу. Ну, все понятно таким образом. Сразу стало мне. Благодарю тебя. Я к твоим услугам. Обещай только то, на что ты готов. Моя судьба — битва с Червонной Королевой. Исход ее не ясен. Ты будешь сражаться не одна. Позволь мне стать твоим полководцем. Я приведу войска. Своим мужеством ты уже завоевала их верность. Как мы будем готовиться к битве? Прежде чем штурмовать замок королевы, нужно пройти через ворота, ведущие в ее страну. Только Бармаглотов Жезл может открыть эти ворота. Если ты откроешь их, я поведу войска в битву. Мы исправим этот мир вместе. Как вычурно звучит. Ага, обратно нас притащили, понятно. Ищи союзников, Алиса. Чем больше найдешь, тем лучше. Я приведу подкрепление. Мужайся. Так, у меня есть время. Мне интересно, как оно работает. Ну-ка. И то есть технически, типа... Когда время... А, она всех вас остановила? А, вы даже врагами не стать не можете. А, то есть даже не ударила тебя. Ну да, единственный косяк с ним, что оно очень долго это делает. Но зато очень мощно, надо сказать. Так, окей, с временем я не понял, там в чем прикол баловаться. Типа можно просто никого не убивать и пройти мимо. И на какую кнопку время? Ага, ясно, ладно, хорошо. Ну-ка, давай ему закинем. Ловить. Три. И чё, они кого-то прям жесткого вызовут? Нифига себе. Это жестко. Мне кажется, это самое мощное оружие. Так, и через время он исчезает, все ясно. Против мощных можно, по идее, вот этой фигней заниматься. Типа на. Упс, не туда. А, и причем каждый раз разных. Ать. А, класс, конечно, очень классно. Они друг с другом. Ты видишь? А. Не, не возле меня. Вот только этого мне не хватало. Лови. А, не дотягивается даже. Она скоро просто сама исчезнет. Скорее всего, должно было бы. Офигеть, еще и поджигает. Ты посмотри на него, а. Еще и щит у него. Что за фигня, что у него щит есть? Секундочку. Так, все, погнали дальше.
Я же правильно понимаю, что... Воу, это вы кто вообще такие? Чё? Как он дистанционно меня взорвал? А, он молнией стреляет, типа, ясно. На. Не, ну с этим оружием вообще никто не страшен. В принципе, два выстрела, как максимум, все готовы. А нафига мне это здесь? Там, типа, кто-то мощный, что ли, есть? Давай возьмем, ладно. Не знаю, зачем они ввели вот эту штуку с превращением, типа, в такое что-то. Я так понимаю, что мне сейчас в данном состоянии дамаг нанести не могут. Нет, могут. А в чем тогда прикол? Типа, я больше дамага наношу. Да не похоже прям, чтоб я так прям больше дамага наносил бы. Да, вот только не хватало себя. Еще нечестно, да, что типа с вот этого простого моба выпадает такое сердечко энергии, а с тех, которые посложнее, тоже такое же сердечко выпадает. Ожидаемо, ребята, ожидаемо. Чё? А кто меня поджёг? Из лава меня поджигает. Раз-два, класс, супер. Очень зачетно. А не, один выстрел. Не один. А нет, один, странно. Периодически не очень логично все происходит, как будто. Ага, ясно, ты вот здесь. Ау, да ты чё так далеко бьёшь? Так, замечательно. Слушай, мелкий, живи. Опять, я уже их подбирал. Но я так понимаю, что оно усиливается, видимо. Это что еще за фигня? А, вот и поджигает, ясно. Только подлагивать вот не надо прямо сейчас, пожалуйста. Понял, на локациях обычно прям сильно открытых начинает подлагивать. А можно, пожалуйста, как-то без этого? Движок, который не создан для больших локаций. Ну, реально мощнее, походу, стало. Ауч. И где я? Блин, таки далеко. Запрыгнуть не можешь уже? А что, главное, запрыгивала так спокойно? Да сейчас он не подлагивает, хотя та же самая локация абсолютно. Мы все равно никуда не торопимся, поэтому что, мы вычистим их так спокойно. Просто гораздо проще это делать так, не спеша. Реально очень жестко стало оружие.
Я видел, что там кто-то плавает. Ладно, давай пройдем, короче, мимо. Не-не-не-не-не, ладно, понятно. Прям так попрыгать нам не дадут. Вот я говорю то, что там плавает эта фигня. И пытается меня постоянно поджечь. Удачи. Так, окей. Блин, вот эти прыжки, конечно. Да, класс. Ну ладно. И чё, вы долетите до туда? Так-то неплохо даже так. Да, класс. Их просто больше стало как будто кидаться. Ну да, до него они не долетают. Ясно, ладно. Класс. Очень удобно, когда тут такая штука, на. Так, мне срочно нужна энергия. Ай-яй-яй. Так, готов. Ага, значит, ты бьешь по-любому в меня. Очень четенько. Прямо-прямо в меня. Да, нормально, оно гораздо сильнее стало. Так, сюда. Вау. Допрыгнешь? Допрыгнул, отлично. Ну, вот мне это усиление нафиг не надо. Да, вообще моментально теперь начал выкашивать обычных мобов. Тоже очень удобно, кстати, между прочим. Ну-ка, дотянется эта фигня? Не особо. Прикол в том, что пока оно действует, оно еще и получается восстанавливаться успевает. А, ясно, тут такая фигня, что мне по-хорошему бы перепрыгнуть и вот так вот делать. Так, этот готов. На, лови, не того заморозил. Так, на, лови. Готов, отлично. Да, слушай, вообще очень быстро начал их выкашивать. Моментально, я бы сказал. На исходе твое время. Промедление нет прощения. Да все, мы успеем. Он говорит так, словно я сюда погулять пришла на каникулы. Дурак этот оракул. Взгляни в лицо тому, что пугает или ранит тебя. Оскорбление и ложь нельзя оставлять без ответа. Вы? Странное вы создание. Вы начинали мне нравиться. Нравлюсь я тебе или нет, но поверь мне, ты должна как можно скорее расправиться с Бармаглотом. Открой ворота и сразись с королевой. У меня нет последней части жезла, глаза Бармаглота. Как же с ним справиться? Не знаю, но ты должна это сделать. Ситуация критическая. Ну какой от вас толк? Говорите, что мне нужно сразиться с этой свирепой тварью, а я даже не знаю, моя ли это битва. Чья же еще, Алис? Только ты можешь спасти себя. Спасать себя? От смерти, что ли? По-вашему, я за этим сюда пришла? Я не боюсь смерти. Иногда я даже зову ее. Не смерть. Чего же? Жизнь страшнее, чем смерть? Я не дура. Не заставляйте меня считать дурой вас. Считай, что хочешь. Но знай одно.
после пожара ты отказалась от своего мира, потому что не вынесла бремени утраты. Ответив кролику, ты начала выкарабкиваться из этой трагедии. Двигайся дальше, Алиса. Спасешь себя, спасешь и страну чудес, и всех нас. Теперь я начинаю понимать. Я разрушила этот мир. И только я могу исправить содеянное. Удачи, Алиса. Бармаглот ждет тебя. У тебя есть все шансы одержать победу. Твой союзник Грифон, а он самый сильный из нас. Так, куда мне? Подожди, я пришел оттуда. Видимо, я сюда куда-то. Допустим. Ну да. Блински, что я сделал-то? Так, есть желание сделать так. Ага, ну ладно, так не получится. Тогда. А где? А, во. Так, а как туда пробраться? Ага. Ну офигеть, они тут сделали. Просто прыжки на прыжках. Учитывая, что прыжки не самая лучшая часть этой игры, в принципе. Прыгать сегодня будем, не? Так, там до сердечка, но до сердечка мне это сейчас не надо. Нет. Ну ладно. А вот это хреново. Ну класс. Ладно. Отлично. Так, ты готов. В принципе, здесь можно было бы и засейвиться. Хоть какая-то фигня, которая плюется непонятно чем. Так, отлично, мы здесь. Я надеюсь, нам в принципе сюда. А, нам замок. Угу, класс. Я сохранился на падении. Да ну нафиг. Да ну нет. Где это я? Не-не-не, это нам не подходит. Да ну нафиг, я на падении сохранился. Не проходить же мне заново все. Да ё-моё. Вот он проблема автосейва. Слишком часто автосейв просто. Офигеть, да ладно, ты угораешь надо мной. Заново проходить нам начало. Ну ладно, что делать. Значит, надо сохраняться не только на автосейв. Так. Ладно, чублики. Тогда я вас трогать не буду по своему большинству. Просто вас пробегу. Потому что всех мы вас добили, но в этом смысла нет абсолютно никакого. Мне за это ничего не будет. Бонусов никаких я не получу. Так. Блин, офигеть, столько прошли, и теперь заново все проходить. Просто потому что автосейв балуется слишком часто. Короче, все, правило. Главное, автосейвы вводим новое. А сейвимся только тогда, когда мы находимся реально в безопасном месте. Да-да-да, здорово, чуваки. Единственное, что было бы неплохо все-таки подобрать еще усиление вот этого оружия. Но этого вот не пройдешь, кстати, между прочим. Особо. Или пройдешь, ладно, погнали дальше. Так, сердечко мне не важно.
Здесь мне, в принципе, ничего не важно. Идите в баню. Идите в баню. Да, класс. А чё, я разве здесь появился? Ну ладно. Так, окей, здесь, здесь. Давай здесь засейвимся. Всё-таки этих чубриков по-хорошему надо как будто бы добить. Или я уже взял усиление? Нет, по-моему. Не пропустил ли я усиление просто? Вот так вот, тебе нефиг на меня прыгать. Отдай свои хпшки. Отлично. Остаемся. Так, а вон оно. Ага, все. Тут всякие хреновины будут. Ну нафига ты так делаешь-то? Отлично, усиление взяли. Теперь здесь ставимся и просто пропрыгиваем. Вот это она прикольно придумала. Ну ладно. Лучше пускай чихают меня огнем, чем что-то другое делать. Они, оказывается, гораздо хуже могут сделать, чем чихнуть огнем. Так, отлично. Здесь. Погнали, погнали. Нет, вы мне не интересны. Ладно, на тебе. Так и быть. Так, тихо. Тихо, тихо, тихо. Никуда не торопимся. Как будто бы никуда не торопимся. Но в целом как будто торопимся. Чуть-чуть. Потому что я времени пропукал из-за того, что автосейвнулся не там. Ну отлично, да, класс. Тут скатывание только так работает. Ну да, 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 давайте мы теперь все вместе возьмем, да будем накидывать. Так, окей, надо бы этого тоже вырубить, то что он точно мешает. Ну блинский. Ну офигеть просто. А я отсюда не допрыгну до тебя? Нет, ясно, ладно. Хорошо, я вас понял. Лови-ка ты эти, на. А, до тебя не долетают, ясно. Как я в первый раз-то пропрыгнулся. Я же спокойно все проходил. Знаешь, когда торопишься, сразу получается какая-то фигня. Так, отлично. Вот вам косточки, играйтесь. Отлично, двоих сразу. Давай засадимся здесь. Отлично, готов. Дай мне свои хпшки. Ну? Серьезно, такая маленькая с него, а чё? Пофига такая маленькая. Так, ладно, хорошо. Хоть первый раз я допрыгнул так сразу. Так, делаем смотри, как сейвимся. На всякий случай сейвимся так. Будем, короче, по прохождению какого-то неплохого момента сейвиться дополнительно обычным сохранением. Класс. Готово. Так, а если вам закинуть, например, кости? Так, ради прикола. Да куда ты их закидываешь? Ловите кость. Ловите кость.
Не-не-не, ну ладно. Так и быть. Да-да-да-да-да-да. А в смысле два раза подряд? Лови кости. Отлично. Ну вам все на там ковзда. Да ладно, они его добью. Что? Понятно, это оружие, значит, тоже бесполезное. На лови. Я так и думал. Ловите. Ну, когда оно попадает, оно, конечно, жесткое. Когда его, оно перезаряжается, это фигня. Так, ладно, хорошо. Все отлично, этот разговор, на нем по-любому надо сейвиться. Да, мы уже все это слышали. Ставимся так по-серьезному. Так, дайте мне забраться, пожалуйста. В смысле нет? Так, окей, сейвимся и все, пошли. Плавненько, осторожненько. Раз. Два. А зачем нам... Да, конечно. То есть, подожди, я просто не понимаю, зачем нам как будто можно пойти в ту сторону. Там мы не заберемся. Да-да-да, офигенные прыжки. Лови. Так, сейвимся. Сейчас тут будет этот демон. Да пошел ты в баню, знаешь. И вы пошли в баню. Очень удачно. Блядь. Так, сейвимся. И вот здесь вот мы слетели, да? Так, отлично. Только вот в чем вопрос. А куда мне дальше? А, нифига, она запрыгнула. Неплохо. Мне нравится. Самое обидное, что, блин, в конце практически, блин, перед самым концом. Тут комната буквально зайти и все. На. Так, ну ладненько, тогда в портал мы зайдем уже в следующей серии. Спасибо за просмотр, ставь лайки, пиши комментарии, вступай в группу в Дискорде, ВКонтакте, Инстаграме, Телеграме. И, конечно же, подписывайся на канал и следи за продолжением. Пока-пока.